что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. Не хотел я покупать эту посылочку, ну, вернее, этот предзаказ делать, но типа решил добрать все-таки серии, которые в нем выходят. Поэтому такие дела. Ладно, кого я обманываю? Самые просматриваемые видео на моем канале — открытие этих посылок. Фигурки никто не смотрит. О! Никакой требухи. В этот раз картон. Ну, как это называется? Упаковочная бумага. И пупырка. Вот это да. Ничего из этой посылки не высыпется. Итак, что же здесь в этой пупырке? А, ну да, это газетка, которая держала прошлый предзаказ. Возможно, и этот. Я забанен, не слежу. Черт, рассыпалось, ну ладно. Что же у нас здесь? А здесь у нас томик странных дел. Мне, кстати, понравилась обложка, чисто из-за этого взял. Не знаю ничего про автора. Также здесь девочка из Чужеземья 5. Также здесь записки о лечении волшебных зверей 3. И невеста чародея 9. Лучшая манга для 13-летних девочек. Возможно, я в душе 13-летняя девочка. Так, а здесь у нас газетка. Можем глянуть. Правда, она в кадр не очень влезает. А, это вот новая лицензия, ради которой, возможно, придется брать и следующие предзаказы, потому что, блин, это дракон горничная. Кстати, качество газетки стало получше. Класс, они рекламируют Ягрину, которая не выйдет в ближайшие лет 10, наверное. Вместе... А, и вот и невеста речного бога. Это, типа, не знаю, реклама, чтоб лучше брали вышедшие тома или что, или оправдание, почему нет следующих. А, вот, окончание. Волчицы и пряностей. Кстати, газетка стала поплотнее вроде бы. А, и волчьи дети, которых тоже никто не брал. Короче, это газета реклама того, что плохо продается. Типа, берите, пожалуйста, мы хотим, ну, продать хоть что-то. Ну, это открыточки по невесте чародея. Это вот что-то с конкурса. Рисовали маскотов. Кто-то обещал за них 100 тысяч, так что, как бы, это видео пруф того, если вдруг опять не заплатят. Или что-то типа того. Могут ведь? А на этом все. Бывайте.